Так, сейчас буду упаковывать маме подарок ко дню матери. Тут я ей купила такой вот, вам уже все покажу. Получается набор косметики с муцином улитки. Тут кремниевной получается, очищающая пенка для умывания и молочко для тела. Молочко для тела можно использовать как крем. Дальше купила гель для душа, шампунь и такую вот обычную косметичку маленькую. Ей нужно в сумку для таблеток. И сейчас с вами будем делать букет. Так, вот такими вот палочками. Это палочки у меня 25 сантиметров шпажки. Я буду прикреплять шоколадку, сейчас чуть повыше подниму, к этой палочке вот так вот, на двухсторонний скотч, и пакетики для чая, вкусно пахнет чай Гринфилд, я буду также прикреплять, возьму 10 пакетиков, может понадобиться все, не знаю, в общем, на двухсторонний скотч, на палочку буду вот так вот все-все-все сейчас скреплять. Скотч у меня стандартный, палочка узкая. Я думаю, я буду его сейчас разрезать еще на две части. Так, все, я уже сделала 25 пакетиков, просто на двойной скотч и на палочке. Сейчас все это буду уже оформлять в букет. Посередине будет шоколадка, шоколадка сбоку будут у меня пакетики с чаем. Так, я сложила уже букет. Честно, нелегко мне это все далось. Сейчас вот тут вот буду отрезать, если вы будете складывать букет, то где-то посерединке делайте клей и палочку крепите в середине, не свысока, чтобы вам хватало вот этой длины, чтобы вы могли этот отрезать. Сейчас я это обрезаю и прикрепляю листики. Так, в итоге получился вот такой вот букетик, и я сейчас буду уже его упаковывать. В итоге получился такой букетик, его можно поднимать, брать, как обычный букет, но вроде бы тут немножко листья спереди так вот примну, вроде бы неплохо. Готовлю завтрак на скорую руку, яичница с паприкой и сосиской, получается, яичницу я никогда не солю, и вообще соль я уже нигде не использую. И сверху будет такая вот сырная шапочка. У меня еще утро, 9 час. Я уже поставила стирку. Сейчас перестираю вещи, которые мне нужны. Пойду отправлять маме посылку ко дню матери. Я вам, в принципе, до этого показала все, что я туда положила. Вчера упаковала. С утра пойду отправлять посылку. Ну и буду заниматься, наверное, какими-то своими домашними делами. Еще не решала, вещи все перебрала. То есть такой какой-то уборки у меня нету. Поэтому посмотрю, что по мелочи нужно будет сделать. И, в принципе, планы на сегодня все. На улице у нас такая вот пасмурная погодка. Но вроде дождя нету. Надеюсь, я отправлю посылку, дождя и не будет. Сегодня я еще буду готовить обед. Макароны у меня будут с котлетками. Вообще хочу приготовить суп, но в магазинах очень огромная большущая капуста. Я хочу борщ или щи. Просто огромные кочаны, я не знаю, поскольку они килограмм. Но они просто супер огромные. Я не знаю, может 5, может больше 5. А мне такой кочан не нужен, но он у меня просто испортится, если даже наделать салатов.
капуста, морковка, да, там залить там маслом, все такое, лимончиком, то я просто не наделаю столько салатов, я столько не съем. Поэтому хранить у нас негде. Сегодня вот, когда буду отправлять посылку, также там будет продуктовый магазин. Надеюсь, там будет капуста поменьше, и тогда я, в принципе, помимо котлет с макаронами, еще сделаю и супчик на неделю. Так, сейчас буду готовить обед. У меня будут такие вот макароны. Они тут со шпинатом, еще с чем-то, с томатами. И котлетки. Для котлеток. Сейчас чуть опущу. Я в котлетки добавлю немного лука. И вот такие вот приправы для курицы. Французские травы. Смесь перцев чили и для мяса. Я уже сходила, отправила посылку для мамы с подарочками такими небольшими ко дню матери. Зашла в магазин в Евроопт. Купила наконец-таки не сильно большой кочан капусты. Там был 2,5 килограмма. Поэтому вечером у меня еще будет борщ. Буду готовить, чтоб на неделю остался. Слава богу, потому что реально кочаны большие, а что-то мне так захотелось супа, поэтому идеально. Так, готовлю сейчас ужин. У меня будет картошечка. Хотела сделать пюре, но у нас картошка очень плохо хранится, поэтому половина картошки попортилась, пришлось выбросить. И буду делать в листах вот такую вот курочку для жарки. Не надо масла на сковородку, разогреваете. У меня тут две филе, я их еще сейчас разрежу пополам. И тут 4 листа, и в принципе у меня получится 4 филешки. Их надо отбить и положить в лист и обжарить с двух сторон, там, наверное, по минуту 7-10. И если вы курочку будете готовить в бумажке, смотрите, чтобы у вас специи не подгорали. Если они будут подгорать, поменьше сделайте огонь. Потому что я делаю, ну, на небольшом огне, чтобы ничего не подгорело. Конечно, да. Картошку купила недавно, я просто даже не могла подумать, что она так быстро испортится. У нас сегодня такая дождливая, знаете, погода, уже холодает, да, я думаю, не только у нас, а везде. Уже обещают нам плюс 5-7 градусов, поэтому как-то резко было тепло-тепло, а теперь уже похолодало. По поводу коронавируса, у нас в Беларуси люди заболевают, люди болеют, и не только коронавирусом, потому что сейчас осень, сезонные какие-то заболевания, и вот я отболела, поэтому ситуация, конечно, не супер хорошая в плане обычных болезней и в плане коронавируса. Вторая волна все-таки наступила. И когда она нас отступит, это, конечно, неизвестно. Курочка получается, сейчас вам на свет, вот такая вот аппетитная. Сейчас буду для себя готовить новый салат. Решила с вами им поделиться. Я отварила курочку, морковку, яйца. Курочка надо 200 грамм. 1-2 морковки, 3 яйца. 3 огурца, это как по рецепту, баночка кукурузы, 100 грамм шампиньонов, я их в соусе терияки, сметана, сыр твердый 30-40 грамм, сметаны 150-200, зубчик чеснока,
И какая-то зелень. Сейчас буду все делать, ни разу не пробовала, ни разу не делала. Надеюсь, получится вкусным. Так, все перечисленные ингредиенты я добавила, еще зубчик чеснока потерла и сыр. Для вкуса немножко добавлю вот такой вот соли, совсем немного. И сейчас возьму чистую ложечку. Так, где у меня тут ложечка? И 150-200 грамм сметанки. И все это перемешиваю. Думаю, салатик должен получиться супер-супер вкусным.